Здравствуйте, рада вас всех приветствовать на канале Цветики. Сегодня хочу поговорить об очень интересном, на мой взгляд, оригинальном и красивом сорте крыло бабочки. Чем этот сорт мне показался очень интересен? Во-первых, это форма цветка. Цветки имеют очень интересную оригинальную форму, как бы немножко сплюснутую. Нижние три лепестка расположены в одной горизонтальной плоскости, как бы действительно напоминают крыло бабочки, которая села на цветок. Ну вот даже эти желтые полосочки, которые идут из горла цветка, они тоже как бы напоминают рисунок вот именно бабочки. Вот когда их цветов очень много, они смотрятся очень такие, действительно, как будто много-много бабочек вот вспорхнуло на цветок. Очень оригинально смотрится. Вот. Что касается цвета цветка, цвет очень насыщенный, какой-то ближе к малиновому, наверное, бордово-малиновый, вот такой, скажем, цвет. Очень яркий, цвет не выгорает. Вот, хорошо держится. Может быть, ближе, скажем так, к концу бутон, когда отцветает, он становится более еще темнее. То есть малиновый цвет становится более темным и действительно уже более малиновым, вот так бы я сказала. То есть получается, что просто меняется оттенок цветка. Вот. Цветоносы, в принципе, довольно-таки устойчивые. Несколько бутонов вот идет на одном цветоносе. Цветок не опадашка, несмотря на то, что как бы такая форма цветков, как я говорила, уже имеет тенденцию к опадению. Розеточка тоже очень хорошая, симметричная. Вот смотрим, да, розеточку. Сейчас посмотрим. Сейчас я так аккуратненько подниму. Вот, смотрите, какая красивая, симметричная розетка. Прям листья ритмично так уложены. Листья хорошие, плотные. Вот даже когда цветок не поливаешь, они вот не теряют свои формы. То есть хорошо держится. Вот еще можно еще вот так вот сверху на розеточку посмотреть, как она хорошо смотрится. Поэтому как бы розеточка у него самоформирующаяся. То есть никаких усилий для того, чтобы вот розетка вот такой формы была, я особых никаких не прилагала. Очень хорошая такая розетка. Вот. Такой красивый и оригинальный цветочек. Но еще кроме этого сорта я бы хотела еще остановиться еще на одном. Вот интересный цветочек, я его назвала коронованная особа. Почему коронованная? Ну как бы потому что, наверное, вот эти вот короны, которые на цветочках, очень такие красивые, бросаются в глаза, как все они такие цветы как бы коронованные. Что мне понравилось в этом сорте? Мне очень понравился цвет. Этот цвет, несмотря на то, что камера показывает его как фиолетовый, это не фиолетовый цвет. Это цвет темный пурпур, скажем так. Я долго-долго искала в интернете его. Именно вот этот вот оттенок, он как бы сразу мне бросился в глаза. Я искала, что же это за такой интересный оттенок. Он такой немножко вообще малиновый, даже малиновый, фуксиевый тут намешанный. И цветок не выгорает. Очень-очень яркий такой цветок. Значит, что у нас? Вот розеточка еще молодая. Тут всего 4 листочка, но видно, что она как бы охотно цветет. Ну, тут вот цветок уже, видите, он уже немножко такой мягкий. Он уже старый, можно так сказать. Но он держится довольно-таки еще крепко. Вот, цветочки не опадашки. Цвет хорошо, я уже сказала, сохраняется на протяжении всего цветения. Вот первый, пожалуйста, вам цветочек, вот который, да, уже начинает вянуть. И вот молодые цветочки. Форма цветка тоже интересная. Он получается широко открытый, и листки, и лепестки имеют тенденцию загибаться назад. Ну, это тоже придает ему особую какую-то очаровательность. Вот мы с этой стороны еще его поснимаю. Вот такой вот он интересный цветочек.
пара розетку, буду дальше наблюдать, как она будет формироваться. Но во всяком случае, листочки тоже ложатся довольно-таки симметрично. Лист тоже довольно-таки плотный. Конечно, у этого сорта более плотный лепесточек, но потому что уже розетка постарше, очень хороший такой плотный, прям лоснящийся лист. Ну, этот, конечно, у него листики помоложе. Вот, хотела я только пока на этих сортах двух остановиться. Буду дальше наблюдать за их развитием и цветением. Пока я еще вот этот вот последний сорт не начинала размножать, еще пока он у меня, так скажем, на контроле, на жестком. Наблюдаю пока за ним. Ну, на сегодня все. Рада была вас приветствовать на канале Цветики. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет очень много интересного. И других много красочных, интересных сортов, интересных уроков. Поэтому буду очень вас снова видеть у себя в гостях. До новых встреч на канале Цветики. Всего доброго!